Я объясняю сейчас. Дело в том, что я подъехал до этой самой, это как индустриальная, очень поликлиника 25-й стоматологии. Я подошел. Подошел туда. Я... Вы туда ехали, до поликлиники? Нет, я хотел ехать домой. Я с той стороны остановился, меня никто не остановился. Меня все прошли маршрутки. Я перешел через дорогу, думаю, пойду-ка сейчас сяду на маршрутку 42-ю. С конечной, может, выйду обратно домой сюда. Ноль. И там ноль, и там ноль. До свидания. Пошли. Идут женщины, что-то ругаются. Думаю, ну что, ну ноль. Не остановились они чем. Ну что ж такое. Я же потом обратно... Это самое, подошел не с той стороны, где, как мне ехать на, сюда, на бульвар Каркача. Думаю, поеду на круг семерки, ну, на вашу станцию, где. Ноль, до свидания. Двери закрылись, Митя, я сижу, жду. Ну, дальше что? Потом уже женщины начали вызывать мне полицию. Не женщины, а мужчины там, мужчины. Вызвали полицию, так и так. Говорю, что такое, мужчина, чего вы плачете? А я говорю, не знаю. Я говорю, не могу доехать домой. Там закрыто. Ну, что, почему, не знаю. Я развернулся просто-напросто. Ну, что, сижу и плачу. Ну, нельзя так. Поймите, может, не заметить. Я понимаю, нельзя так к инвалидам относиться. Да, понятно. Мы все можем инвалидами быть. Когда-нибудь нас будет камень нападет и в голову нападет. Нельзя так быть. Может, зеркало есть, все такое, вы же можете смотреть где куда что. Конечно, да. Вы же не смотрите. Смотрим. А просто-напросто чек. Не заметим, чек закрыли, до свидания. И ты, до свидания.